Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Сейчас снова играю в The Forest. В общем, хочу показать вам, как можно выжить и, собственно, не прячась, просто уничтожать всех этих грёбаных туземцев, которые так вам докучают. Ну, или, не знаю, может, не докучают, но все равно как-то грёбаных туземцев. Так, давайте заберем вот это вот все. Там вон лагерь туземцев, то есть вот. Можно, конечно, прийти их там порешать, но у нас нету самой важной вещи. Хотя, сейчас покажу вам, какой вещи у нас нет. Туземчики. Вот, их у нас тут до хрена, короче. Так, ладно, давайте их обойдем. За мной они пока что не побегут. А нет, побегут. Кыш. Даже если они меня убьют, это даже мне будет, знаете, это даже мне будет на руку. Потому что тут место не очень, собственно, хорошее. Мне бы на пляжике где-нибудь приземлиться. Потому что на пляже есть яхта, а на этой яхте есть пушка. Не, конечно, не пистолет с патронами, но... Сигнальные ракеты тоже подходят, потому что они их сжигают, этих чувачков. И именно поэтому я и хочу вот эту, собственно, пушечку заполучить, потому что я потом их смогу просто сжигать. Конечно, патроны там очень ограничены, всего лишь 3-4 выстрела, но есть один баг в этой игре. И этот баг можно, короче, дропать это все дело. Вот, это очень хорошо, по сути-то. Так, вот этот остров, в принципе, не такой уж и большой, так что я его постараюсь сейчас обойти. И думаю, выйду в нужном мне месте. Так, у нас тут что-то есть. Открываем. Так, теннисный мячик. Сейчас, секундочку. Теннис. Нет, теннисный мячик мне, к сожалению... Так, стоп, не нужен. Так, клош. У нас тут есть нитки. Нитки — это хорошо. Так, ладно. Опять этот мячик. Далеко полетел. Зачем же мне, собственно, нужны... Все эти нитки. А нитки, ребята, мне нужны именно для того... Кстати, у нас нет головы. Смотрите на тень. У нас у тени нету головы. Это, конечно, очень странно, но да ладно. Так, у нас есть немножко монеток. Так. И как? Ага. Вот, короче, мы, ребята, просто-напросто сооружаем сейчас коктейли Молотова. Спросите вы меня, для чего именно я это делаю? Потому что, как бы, ну, коктейль Молотова, все дела, куда он мне? Взрывать этих тварей, ребята. Мы спокойно потом сможем их пока что поджигать. Ну, это временно, пока мы не найдем этот ствол, потому что ствол этот можно, еще раз скажу, дропать. То есть вот тут вот... Ага, ну где-то тут, а, вон, все, вот это там, этот, гора, а дальше уже, собственно, и будет то место. Тогда мы можем искать просто эти деревни, этих туземцев, и просто их уничтожать. Для чего их уничтожать? Для того, чтобы они больше нас не преследовали. Так.
Руки, ноги, голова, блин. Фу. Так. Ну ладно. Это у них тотем такой. Они им, кстати, поклоняются. У меня видос был, по-моему, вторая серия, когда я их всех мочил. И получилось так, то, что они поклонялись, собственно, этому тотему. Я, конечно, офигел немного, потому что, как бы, ну, туземцы, каннибалы. Я не знаю, как их правильно назвать. Мне кажется, они вообще не люди, потому что реально убивают всех подряд. То есть людей убивают и только свое племя не трогают. Ну, в принципе, да. В принципе, возможно, разработчикам захотелось создать более такое похожее что-то на необитаемый остров. И на этом острове живут вот именно эти туземцы. И просто защищают его. Что-то, может, такое они хотели создать. Так что, ребята, всякое может быть. Так, ну а мы тем временем поплывем, давайте. Так. Вон туземцы эти. Сейчас попробуем на них там потом испытаем эту пушку. Вот, собственно, и все оружие. Во, видите, то есть все есть. И получается что? Получается то, теперь нас ни один туземец не сможет убить. Кстати, это фаер эти. Огни, огни, клончи, еда, батончики. Батончики уже подобрал, да? Кстати, новые какие-то птицы. По-моему, а, нет, старые. Так, осталось, собственно, найти этих туземцев. Их все больше и больше. Ну, не туз... Ну, да, не птиц, туземцев, конечно. Так, у нас там... Не знаю, что у нас тут есть. Он еще не ныряет нифига, так что приходится... собственно, прыгать с этой яхты. Так вот, сейчас я вам кое-что покажу. Так. Вот, вот, видите? Вот мы дропнули его. Вот, пожалуйста. Мы на него один разок нажали, мы его дропнули. И вот нам, собственно, 4 патрона и, собственно, этот пистолетик. Ну а сейчас я вам покажу, блядь, его эффективность. Так, вот видите, то есть они спокойно. Они просто-напросто сгорают. Сейчас они умрут все. Конечно, вот, минус один, минус два, минус три. Все. Все, ребят. Они просто умерли. Так, кстати, нужно посмотреть, сколько у меня выстрелов еще. Потому что как бы... Ладно, давайте просто поменяем. Вот, мы спокойно поменяли. Вот у нас кровь. Мне писали вы тоже, типа... Этот, мойся каждый раз, чтобы, ну, крови не было, потому что можешь получить заражение. Хорошо, ребят, я так и поступлю, я буду мыться, так скажем, да? Чтобы не получать заражение от всего этого, так скажем, говна. Ладно. Конечно, сейчас, когда у нас есть эта пушка, мы просто непобедимы и можем убить любого, кто просто встанет на нашем пути. Но это не суть хорошо, потому что, смотрите... Если мы убьем тут всех, они перестанут ходить. Потому что, знаете, у них племя, да, вот это, но они разрастаются. И бывает такое то, что вот когда играешь, да, смотришь их все больше и больше, а потом видишь, вот когда пройдешь один раз по этому острову, найдешь там поселений 5, не больше. А потом идешь, их там уже 20. То есть я не знаю, как это все устроено, но действительно поселения сами как-то по себе живут. Так. Я даже не знаю сейчас, как бы... Как бы... Ага, вот. Вот. Идут, гады, идут.
Типа сдохни. Типа стоять. Сейчас они тоже, наверное, все умрут. Сейчас посмотрим, ребят. Девушка умерла это. Так, давайте, вы тоже сдохните. А бывает такая система, то, что они просто не умирают на мои, собственно, выстрелы. Вот. Снова помоемся. То есть, видите, просто мы непобедимы сейчас, потому что они ко мне бегут. А я просто над ними угораю, потому что они без оружия, все дела. Ну как без оружия? Ну да, они там, есть какое-то у них оружие, дубинка, а у меня, считай, огнестрельное оружие, которое стреляет огнем. Вот это вот, кстати, хорошо. Так, ну это у нас, пестик у нас есть, видите, то есть он просто дропается каждый раз. Так, ладно. Это даже хорошо. Не нужны мне эти теннисные мячики, оставьте их себе. Забирайте, говорю. Еще тут можно сделать бомбу. Только вот один минус есть, я не помню, как она, ну, правильно делается. То есть их как-то... Ой, делают, но... И всем известен крафт. Так. Хорошо уже. Уже неплохо, ребят. То есть я сейчас попробую тут обосноваться. Мячики прыгают. Почему-то их два, кстати. Они тоже, по-моему, дропаются. Так. Ну что вы, где... Есть вообще эти ребята тут поблизости? Нету их. Нас должно напрягать сейчас одно. Это нехватка дерева и то, что они могут... Фух, то, что они могут подойти незаметно. Вот это действительно уже, как знаете, такая неожиданно, уже немного есть страха, когда они как бы подходят, такие, опа, начинают бить. Это уже как-то стремновато. А когда их видишь, они что, они бегут на тебя, ты их, опа, из этой, так скажем, царь пушки спокойно убиваешь, и они просто ничего не успевают делать. Опа, нифига. Остается, кстати. Вот это нормально. Так, давайте сразу срубим дерево так, ну не знаю, может 5. Ну вот, потому что, знаете, нам сейчас нужно строить и факел, ну как вы, думаю, все помните, вот. Но это я сейчас, наверное, в следующем видео уже делать буду. Сейчас я намерен, короче, уже выживать. Выживать я уже намерен по-крупному и посмотрим, сколько мы, собственно, проживем здесь. И сможем ли мы построить дом, который там самый такой большой и самый такой укрепленный. Я не знаю, можно ли тут сейчас сохраняться, потому что... Что-то говорилось об сохранении, то, что, типа, можно будет сохраняться, все дела, но... Ребят, я не знаю, сохранением и не пахнет вообще тут. Сколько спи, не спи, все равно нифига. Я где-то, наверное, вот тут вот построюсь, собственно, уже хорошо. Так, вырубает он, конечно, прикольное дерево, мне прям, не знаю, очень нравится это все. Реально, игрушка красивая, огромное спасибо тому подписчику, который сказал мне про эту игру. Так бы я не знаю, так бы я просто пропустил ее. Потому что бывало на каналах. Смотрю, как бы вижу. Так, все, все, все. Они побежали. Они побежали, это плохо, ребята. Побежали они сообщать своим. В принципе, похрен мне, но... Знаете, все равно как-то... Сыкотно, что ли, я не знаю. Да, немножко, что. Позову сейчас сюда орду, убьют меня нафиг. Так, давайте снова строим дом. Где-то давайте, я не знаю. Да давайте вот тут прямо построим. Что нам, думаю, мелочиться-то? Что-то как раньше, что ли? Не надо так. Давайте прямо тут построим домик небольшой.
И прям тут я обосноваться можно. Хоть этих туземцев и много, но они, как знаете, они не такие сильные сейчас. Хотя большинство людей, которые вот играют сейчас в эту игру, считают то, что это просто верх эволюции, потому что они их постоянно убивают. Ребят, не надо так считать, потому что они на самом деле-то просто очень слабые. Вот, хотя говорилось то, что жизни у них как у вас, то что это дохрена. Вот, когда я убивал их, я реально думал то, что бессмертные, как бы они, ну, потому что похоже, похоже, действительно, ты бьешь этого чувака, а он вместо того, чтобы умирать, ржет над тобой, да еще как-то и перемещается быстро. Вот это реально неприятно мне было как-то. Но эту проблему... Даже нет, это не проблема, это наоборот хорошо, когда у врагов такие же жизни, как и у того человека, который играет, и у игрока, да? Потому что это уже получается равные... Ну, тут ни хрена не равные шансы, ну ладно, там. Так, камни у меня уже до предела. Пеликаны тут какие-то. Птички. Если это вообще пеликаны. Так, что-то не берется. А, все, 77. Как обычно, короче, строим дом улучшенный, который, я считаю, самый такой непобедимый, что ли. Вот, как бы домик. Ну, сейчас я дострою, и уже, собственно, можно будет поспать. Опа. Ящерка, 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 ящерка. Ты где? А, ну и фиг с тобой. Так, давайте сразу сделаем стены. Я думаю, вот так вот будет. Ну, а так будет самое, самое то, ребят, самое то. Все отлично. Так. Да, сразу я расставлю, чтобы, ребят, понимаете, чтобы все нормально было потом. Где-то рядом. Птичка не врет. Птичка не врет. Так, ну понятно, что где-то рядом, но где рядом вот они? Вот этот хрен знает. Такс. Ладно, вообще, ребят, наверное, закончу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Барон. Всем удачи и всем пока.